Командир танкового батальона «Север». Легендарный. А он в 11-й полк входит? Это непосредственно линейный батальон. Это полк, это 11-й полк. «Север», расскажи, пожалуйста. Когда заходили с боями в Березовое. Подойди, покажи сразу. Вот. Вот эти вот двое ребят пытались тут оказывать сопротивление. Но хороший военнослужащий у меня, Гнатко Назар, выждал время, выбрал грамотно позицию и двумя выстрелами поразил. Вот один экземпляр такой, а вон там второй башню метнул. Покажи, куда попал. Попал между третьим и четвертым опорным катком. Попал в башню. По башне динамическую защиту снесло. Экипаж пытался эвакуироваться, но не вышло у них немного. Вот. А второй с детонацией БК. Пойдем, подойдем. То есть два танка стояли и в качестве прикрытия дороги. Так получается? Нет, они пытались нас выбить отсюда. Они пришли со стороны Степного. Ну, у них это не получилось. Слушай, а у них нет дефицита танков сейчас? Ты не полагаешь, что постепенно у них этот парк убывает? Думаю, он у них уже скоро закончится такими темпами. Еще одна машина под Таранчуком подбита. Тоже военнослужащий моим орлеанчиком Яковом. Поэтому, ну и так легкой брони мы им тут наколотили уже достаточно. То есть, у них также танковые батальоны в моторизированных бригадах, да? Или мотопехотных? В моторизированных бригадах у них танковые батальоны, мотопехотные бригады, как правило, придаются им танковые роты из состава танковых бригад. Первая и 17-я у них танковые бригады. Но хочу сказать, тяжелой техники у них практически не останется скоро такими темпами.